Что с тобой случилось? Это все негодяй Берг. Я его работник, увы мне. Я просто проверял наш груз, как обычно. А он вдруг заявил, что я вор. Это я-то вор. Прошу, дотащи меня до моста. Мне нужен лекарь и снадобья. Это ты, Чет?
Наконец-то появился. Ну и рожа. Берг? Нет, 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 не подходи ко мне. Пойдем же, Чет, нас еще ждут дела. Дела? Как я могу работать? Да я рук не вижу, бессердечный мерзавец. Ты же ослепил его. Да, ослепил. Но что делать, если он продолжал пялиться на мое сокровище после стольких предупреждений? Я не пялился. Ты выколол мне глаза. Уймись, Чет. А ты давай его сюда. Старайся не отставать, Чет. Лучше убей меня. Прикончи! Спасибо. Я думал, что все, мне конец. Will help us on the day.
Приветствую! Ты что-то ищешь? Я могу помочь? И насчет оплаты... Ладно. Так, я тебе кое-что покажу. На карте. Этого не потерплю! Крадите у меня что хотите! Серебро, дом, да хоть жену! Но Господь покарает каждого, кто покусится на мой пирог! Что за речи про Бога и пирог? У меня украли пирог! И я вынюхаю проклятого вора, кем бы он ни был! И все из-за пирога? Необычного пирога. Мои пироги куда лучше других. О чем этот вор знал? Аромат. О, аромат! Вор побежал вон туда. Покажись, вор! Я знаю, ты здесь вместе с пирогом. Вор далеко не убежит. Я найду подлеца. Аромат плавленного масла. Как же это приятно! Ага! Вор был рядом! Я уже взял след! Пирог совсем рядом! Я чую! Выходи, вор! Чудная сладость ягод. Чую. О, вор уже близко. Я с первого взгляда узнаю тех, кто почуял мой пирог. Давай, покажись! Аромат верно пропеченного теста. Вор уже рядом. Вроде добавила сколько нужно. Попалась, мерзавка. Верни мой вкусный пирог! Вкусный? Твой пирог преснее, чем речная вода! Что ты в него добавила? Этот запах, аромат! Я никогда его не чуял! Только капельку меда, чтобы помочь раскрыть вкус ягод. Боже мой! Аромат великолепен! Это нечто прекрасное! Чудесно!
Похоже, девочка станет превосходной пекаркой, а воры в Йорвике не нужны. Пирог пахнет прекрасно. Дитя, у тебя талант к пекарскому делу. Потрудишься со мной? Вот так повезло. Спасибо большое. Ты не пожалеешь, я столько придумала. Только не кради пироги. Спасибо тебе. Захочешь отведать пирога? Приходи. Невзойденно вкусная корочка! Всем по нраву! Черника, малина и мед! Прекрасное сочетание! Вот, пирог тебе за помощь. Крышка с разъявленным ртом. Как насчет поединка? Тебе флютинг знаком? Ты решишься удачу свою испытать? Да, решусь и сумею свой ум доказать. Неплохо. Но что ты поставишь? Вот мои деньги. Начинай же. Я стою высоко, как в ладонях богов. Побеждаю тупиц, трусов и дураков. Те, что спорят со мною, тупицы вдвойне. Здесь тупица одна, на высокой стене. А знаешь, недурно. Я парю в облаках, ты же жалкий червяк. По грязи ты ползешь и не встанешь никак. Я же с этих высот достаю до звезды.
Мне едва по колено приходишься ты. Что-что? Мне тут слышна только полная чушь. Я стою на вершине, гляжу далеко. Метким словом врагов поражаю легко. Расскажи, как там ползать в навозе твоем? Как не пыжишься ты? Ты ведь попросту гном! В самую точку! Что ж, для новичка ты очень неплохо справляешься. Победа за тобой! Ты отличный боец, малявка! Удачи в другой раз. Заходить в воду или нет? Нет, она слишком холодная. Но чем скорее крещусь, тем быстрее дела пойдут в гору. Не стоит пытаться получить благословение Господне лишь ради прибыли. Его нужно толкнуть или напугать. Я не слишком здоров. Холод потушит во мне пламя жизни. Нельзя стать христианином, не пройдя соответствующего. Вот так вот. Холодно! Холодно! Я тону в ледяных молниях! Спаси! Эй! Все не так плохо! Боже, наконец-то! Отныне ты крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа, часть которого вечно с нами. Теперь ты, дитя Господне. Что? Это все? Верно. Иди по его стопам, дитя Божье. Если они приведут меня на рынок, но сперва стоит поплавать. Где же эти игрушки, дитя? Я держу их в укромном месте. Мы с сестрой сделали самых лучших козлов на свете. Не уверена, что они лучшие, но все равно люблю их всех. Если есть похожий на Тангриснера, я его куплю. Ух ты! Спасибо! Сестрица, я продала козлика сама! Где же мой козел? Куда ты бежишь?
тебе скучаю, сестра. Особенно в Йоль. Надеюсь, сейчас тебя согревает много пушистых козликов. Сестра? Вот оно что. Мы делали козликов вместе, но прошлой зимой она умерла. Я обещала ей продавать наших козликов. С ними на сердце теплее, так она говорила. Вот, возьми. Надеюсь, он тебя согреет. Прощай, незнакомец. Спи спокойно, дух. Сестра продолжила твое дело.
Стань моими глазами, Сюнин. Thank you.
Здесь лучше не шуметь. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Сюнин, разведай местность. Telefon spielt wieder. Hau auf, kommst du nicht.